Покинули пределы Молдовы. Более 12 тысяч граждан выехали из страны за сутки. Некоторые из них отправились домой после визита к родственникам, другие решили продолжить каникулы в горах. Большинство из последних выбрали отдых в Румынии. Наша соотечественница Урелия Саликов говорит, что если в предыдущие годы встречала на горнолыжных курортах соседней страны много земляков, в этом году их практически нет. В основном там отдыхают румыны, которые в отсутствие альтернативы проводят каникулы дома. Не так много туристов, как раньше. Последние дни я провела в Паяна-Брашов. Кстати, там по-прежнему очень многолюдно, но, к сожалению, очень мало туристов из Молдовы. Цены остались прежними. Просят носить маски. У меня она тоже есть. Сняла сейчас, чтобы поговорить с вами. И Анжела Гладей говорит, что в Румынии строго следят за соблюдением эпидемиологических норм. Куда бы мы ни зашли поесть, нужно заполнять анкету с паспортными данными. В Брашове и Паяне не можешь находиться на улице после 10 вечера. Между тем, в субботу несколько десятков наших граждан образовали очереди на КПП «Валбица» на выезде из страны. Многие пользователи сети выставили в интернете фото и видео, где запечатлены колонны машин. Некоторые признали, что простояли на КПП несколько часов, пока прошли контроль. Мы сейчас в Леушенах, и здесь настоящий коллапс. Очередь на несколько часов. Стоим 40 минут, и пока ни одна машина не тронулась с места. У нас есть тест на антитела, отпускной лист с работы, и мы все еще стоим в очереди. А за нами машин 50. В то же время, по данным пограничной полиции, за сутки в страну въехали около 6 тысяч граждан.